Привет! Это обзор от Mob.ua, и как всегда, я Трэш. Сегодня я расскажу тебе о трех совершенно уникальных и замечательных играх. Не о том кале, присыпанном сахарной пудрой и с вишенкой наверху, как обычно, а действительно трех простейших и интереснейших игрулинках, в которые я с удовольствием поиграл. Одна зовется Mimpy, другая Dakura, а третья Boson X. А начну я с великолепного платформера Dakura, повествующим нам о злом чудовище, похитившем прекрасную принцессу, и о его слуге-скелете, который ослушался своего господина и попытался освободить прекрасную принцессу. За него, как ты, наверное, догадался, нам и предстоит играть. Задача состоит в том, чтобы помогать принцессе преодолевать препятствия, а помогать нам в этом будет наш мозг, волшебный мел, который мы будем дорисовывать необходимые детали, и эликсир красоты, лишь на время превращающий нашего скелета в милого принца, умеющего сражаться мечом и трах. Нет, ну а чего вы хотели вообще, а? Ну, скелет же этого не сможет. Тебя ждет длинное путешествие по огромному замку, напичканному сложнейшими загадками, противниками и боссами. А главное в Dakura – это ее сказочная атмосфера, переданная всего лишь мелом и пастелью. Простите, и пастелью. Но если каким-то образом ее стилизация покажется тебе скучной, то есть не менее, а то и более стильный проект под названием Mimpy. Тоже потрясающий платформер, но выполненный в красочной стилизации под иллюстрированную детскую книжку. Но задачи в ней еще более взрослые, чем в Dakura. Слава Одину, в игре есть подсказки. В Mimpy мы играем за маленькую любопытную собачонку, которая решила покинуть дом, хозяина и отправиться исследовать новый мир. Мир этот, правда, довольно пугающий и странный. Ну, например, начиная с передвижения туч и островов силой мысли собаки и заканчивая игрой в баскетбол против ноги с головой собаки. В общем, взгляни на наш и без того безумный мир глазами собаки. А если ты и так что-то там принимаешь, то играть крайне не рекомендуется. Или для разнообразия можешь поиграть в Boson X. Назовем его раннером не из мира сего. Ни набора очков, ни доната, ни кристаллов, ни монет. Как и, впрочем, ни персонажа, ни локации и ни цели. Ты просто бежишь. Для чего? Почему? Ни хера не ясно. В настройках при выборе персонажа можно узнать, что ты доктор. И, следовательно, участвуешь в каком-то эксперименте. Но в какой еще игре ты узнаешь сюжет из настроек? А так, мы просто бегущий человек по абстрактному миру. При беге по бирюзовым линиям у нас заполняется шкала, назовем ее хуй знает чего, при заполнении которой на 100% мы ускоряемся и открываем новое исследование. Такие игры берут своей простой стилизации при хардкорном геймплее. При таком сочетании одно другому не мешает, наоборот, погружает и не дает остановиться. Каждый забег — это в какой-то степени проверка на твою реакцию, способности и нервы. Данные игры рекомендуются всем, чьи руки растут от плечей и у кого есть мозг. Ну да, да, и тут все такие: «О, да, это же про меня!» Ладно, на этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи!